Анонс и точь ТТ-выхода 9 серии нового сериала «Сипахи». 9 серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как ракета была установлена в Сирии таким образом, чтобы ударить по Анкаре. Как отряд «Сипахи» уничтожил эту опасность. Джанан в руках Хаптора. Али не может добраться до Хаптора, чтобы не раскрыться. Хаптор принял решение убить Джанан, если не сможет вернуть свою жену и дочь. Али, не послушав на этот раз Йылдырыма, пошел навстречу с Иваном. Али должен спасти Джанан. Али получил приказ убить женщину, у которой надет на голову мешок. Али, Эсги и Юсуф поймали иранскую шпионку, которая хотела убить Фахретина в больнице. Сможет ли Али найти Джанан живой, найдя сообщение, которое она написала для него кровью? Али и Джанан ждет сложная игра. Хаптор еще опаснее, чем раньше. Он словно акула, которая почуяла запах крови. Невинные люди и даже дети находятся на их прицеле. Но они кое-что забыли. Отряд Сипахи, который предстанет перед ними, стойко стояв на своих ногах. Напомним, 9 серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.